Всем большой привет! Сегодня хочу вам рассказать о составе коробочки Allure за март месяц. Она меня также приятно порадовала, как и косметичка Glamour Bag, о которой я рассказывала ранее. Прекрасный состав, все очень интересно, так что давайте сразу приступим. Такой у нее красивый был дизайн от Макса Кашко-Данькова, уже в весенних оттенках. Я коробочки эти люблю, я в них храню миниатюры, я в них храню какую-то косметику, не знаю, отдаю подружкам. Ну, в общем, я обожаю эти коробки. Плюс еще сверху была такая упаковка с новинками от Smashbox. Это новая тушь, новый праймер, в общем, различные средства для глаз. В коробочке лежало много, как всегда, всяких брошюрок интересных. Я, кстати, из Allure очень люблю всякие брошюрки, потому что всегда есть промокоды, акции. Здесь был промокод на тушь, скидку от студии New York. Скидка, по-моему, на окрашивание. Далее бонус, который не заявлен в коробочке, от Makeup Forever. Здесь у нас внутри два оттенка тонального крема и два оттенка консилера. Ну, про тональный крем не знаю, попробую нет, возможно, мне будут темноватые оттенки. Попробую попозже или, не знаю, или начну ходить чуть-чуть в солярий, потому что какой-то зеленый вообще цвет. И тут у нас, значит, еще два консилера, но вот их я обязательно попробую, потому что светлые оттеночки. Вот такие у нас. Такой бонус, очень приятный, очень нужный. Ну ладно, пусть там лежит. То, что, наверное, больше всего порадовало всех девушек, и меня в том числе, я просто все время отсматриваю фотографии, у кого какой состав попался. Здесь в этот раз, по-моему, у всех одинаковый был состав. Может быть, там одна-две миниатюрки отличались. Основное все было у девчонок одинаковое. Что же было самым главным? Это в такой коробочке у нас лежали два крема. Первый крем — это ночной от Clarins. Ночной крем против первых возрастных изменений для нормальной комбинированной кожи. Такой красивый-красивый тюбик. Приятно им будет воспользоваться. Здесь 15 мл. В полной версии 50. И полная версия стоит 4500. Я думаю, что многие уже видели эти новинки. Такая серьезная была реклама, много где крутили, не знаю, тоже различные косметические группы, бренды, в общем, все рассказывали про эту новинку. Значит, вот синий крем ночной и вторая миниатюра, все в коробочках, так красиво упаковано, то есть вообще. И вторая, мне этот тюбик очень нравится. Очень нравится цвет самого тюбика, это розовый крем. Это дневной у нас. Обязательно буду пользоваться. У меня, конечно, сейчас много ухода, но вот как только что закончится, обязательно воспользуюсь. Очень интересно. В общем, супер миниатюра, которой хватит надолго. Следующее — это то, что уже, ну, если вы заказывали, возможно, вам это встречалось. Лично мне встречалось, но я безумно рада, что такой повтор идет. Это аромат. Сейчас я вам покажу, чтобы ничего не коверкать. Такой аромат. Я им с радостью пользуюсь. Сейчас буквально... Ну, я ароматы как бы часто меняю. То один кладу в сумочку, то другой. Но вот этот аромат у меня долгое время... Ну, наверное, на протяжении недели я его не меняла. Это значит, что он мне очень нравился. Так. Вот так он выглядит. Это вообще просто огромнейшая миниатюра, которой хватит надолго. Вот я пользовалась неделю, у меня буквально... Ну, чуть-чуть у меня израсходовалось. Буквально, не знаю, там 3 мл. Хотя я так активно пользуюсь. Очень крутой формат. Отличный аромат. Здесь 15 мл, опять-таки. Аромат этот с красными ягодами малины, смородины. Легкий нежный аромат лепестков фиалки. Розовый перец и ноты бергамота. Плюс, значит, сандаловое дерево. Кедр, клубника, замша. Очень, ну, я не знаю, мне прям вот нравится. Прям мой аромат. И на самом деле и зимой он здорово подойдет, потому что не слишком такой ядреный, не слишком от вас будет сильно пахнуть. Не очень он тяжелый. То есть и зимой, и весной, и осенью отлично подойдет. Да, он, возможно, не летний, но вот именно сейчас, весной, очень круто он раскрывается.
В общем, я довольна. Вот так вот выглядит полная версия этого аромата. Красивый такой флакончик. Ну, если вы не заказывали Allure Box, то просто могу посоветовать послушать этот аромат. Мне кажется, что это, я хотела сказать, новинку, но мне кажется, что не новинка. Он уже довольно давно вышел. Далее, тоже, знаете, продукт, который повторяется, но от этого он не менее, он не проигрывает. Наоборот, здорово, что он попался нам еще раз. Миниатюра лака, довольно-таки большая, здесь 100 мл, представляете? Тоже хватит очень-очень надолго. Это лак от Osis, Soft Glam, лак легкой фиксации с эффектом блеска. Единственное, что, мне кажется, дизайн здесь как бы новый такой, с сердечками, с надписями. До этого, мне кажется, без этих надписей было. Полная версия 200 мл, то есть нам здесь достается половина, уже очень здорово. Этот лак у меня был до этого, он вообще отличный, он не склеивает ваши волосы, он слегка так для легкой укладки, то, что я люблю, потому что я не укладываю особо волосы, я могу их выпрямить или просто немножко там побрызгать текстурирующим спреем для того, чтобы локоны, ну как-то не знаю, чтобы как-то они посимпатичнее выглядели. Вот, ну, поэтому мне очень подходит. Я не люблю лаки сильной фиксации, никогда их не покупаю. Поэтому для меня это супер вариант, и я очень довольна. Далее, как раз та самая новинка. Я вам показывала упаковку, она вот там вот лежит. Это тушь от Smashbox. Называется X-Rated. Такая миниатюрка, но, опять-таки, каждый раз вам говорю... Пока что открывать не буду, очень много открытых тушей, очень много что еще нужно протестировать, поэтому ее чуть-чуть мы побережем. Просто глупо открывать сразу 10 тушей для того, чтобы все высохли. Это не очень здорово. Что здесь написано? Думаете, что еще один слой туши будет лишним? Подумайте еще раз. Это тушь, которую можно наносить несколько слоев, подарит вашим ресницам сногсшибательный объем. Значит, три ряда щеточек прокрашивает каждую ресницу. Идеально смотрится на фото. Ну, здорово, я очень люблю объемные туши. В полной версии 8 мл. В миниатюре у нас... Сколько? Не вижу. Видимо, где-то что-то запечатано. Не вижу, не написано. А, 3 мл. Все, вижу. Ну, не знаю, мне эти миниатюры хватает надолго, поэтому я... И вообще, в принципе, их люблю. Ну, я только за пробовать новые туши, это супер интересно, как по мне. Далее такая миниатюрка в коробочке. Это Aven, средство для проблемной кожи, склонной к акне. Ну, это как крем такой легкий, как я понимаю. Мне кажется, что, возможно, я уже пробовала подобное, потому что Aven довольно часто... встречается нам в коробочках. Я к марке хорошо отношусь. Увлажняет, матирует, раздражение. Я по-прежнему вам продолжаю уже на протяжении 3 месяцев рассказывать, что я продолжаю бороться с проблемами на лице, с проблемами на коже. Я не знаю, у меня, наверное, 59 раз переходный возраст. Или что вообще, в чем проблема у меня, непонятно. В общем, продолжаем борьбу. Буду пробовать. В пустых баночках обязательно расскажу. И что же у нас последнее из миниатюр? Bioderma Sensibio. Я, честно говоря, насколько я помню, не пробовала легендарную и суперпопулярную мицеллярную водичку от Bioderma. Но вот хотя бы попробую очищающий мусс. Тоже интересно. Вообще марка с хорошими отзывами. Буду пробовать. Можно использовать для удаления макияжа. Вообще подходит для деликатного очищения чувствительной кожи и контура глаз. Вот так вот. Ну, а как нам пишет сама компания, внутри у нас ждет самый весенний набор для ухода за собой. Очищающий мусс для лица розового цвета, дневной ночной крем, отличная тушь для ресницы, новый лак для волос. Также в розовом дизайне. И миниатюра шикарного аромата в каждой коробочке. Миниатюра тоже нежно-розовая. Ну, если так,
пофантазировать, туда. В общем, все в розовом цвете, чтобы мы радовались. И такая еще очень красивая открытка. Ты намного слаще. Я, кстати, ну, я думаю, что многие девчонки, кто часто меня смотрит, видели. У меня есть такая дощечка, куда я прикрепляю все открытки. И, кстати, сейчас надо ее как-то перебрать, что-нибудь такое весенне-летнее сделать. И обязательно повешу эту открытку. Я очень не люблю. Ну и тут у нас ленточка осталась. И бумажка. Вот такая была коробочка. Я надеюсь, вам понравилось. Мне лично очень все мега полезно. Я всем буду пользоваться лично. Но если бывают какие-то коробки, что я делюсь с подружками или с мамой, то в этот раз я ни с кем не поделюсь. Вот так вот. А, девчонки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!